Грузинская оппозиция объявила мораторий на проведение протестных акций до середины марта. Цель – завершить начатый с властями политический диалог. Митинги и пикеты, запланированные на ближайшие дни, отменены. Это решение лишит правительства основания обвинить нас в деструкции, заявили представители оппозиционных сил. В понедельник в Тбилиси с официальным визитом прибыл глава Евросовета Шарль Мишель. При его посредничестве власти и оппозиция провели первый раунд переговоров по урегулированию политического кризиса. Он разразился в стране после ареста Ники Мелия, лидера партии «Единая национальное движение». По стране прокатились акции протеста с требованиями освободить политика и провести досрочные парламентские выборы. Если переговоры не принесут результатов, оппозиция грозит возобновить манифестации 13 марта.